Рапсиане, хочу показать вам эту ножку собаки. Сейчас зачитаю. Тут по-английски еще в Харьковской области начали протезирование собак весом 56 килограмм. Харьковский ветеринарный госпиталь. Ну, вы теперь после войны же в Харьков ездить не будете, поэтому что вы будете делать с собаками, у которой ножка потерялась? Ну, вот, короче, вот собачка, которая без ножки, видите, лежит. То, что вы сейчас увидели, так? Вот как это штутирование, или как называется по-русски. Представляете, какая работа, какое отношение к животным. Сейчас я собачку. Да, это, значит, врачи. У нас над людьми столько не стоят, боже ты мой. У нас орки возвращаются, там никому они не нужны. Тут собака лежит. Смотрите, сколько человек. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек стоит над одной собакой. Сейчас вы собаку увидите. Давайте хором. Слава Украине! Героям слава!